Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем смотреть пустые тюбики мои. Конечно же, для меня пустые тюбики, чтобы были, это большая редкость. Но в этот раз случайно получилось набрать. И довольно много. Практически целый вот такой вот пакетик. И довольно красивый. Давайте посмотрим, что же у меня там за пустые тюбики. Я знаю, что сейчас эта тема очень актуальная. Так, начну я, наверное, вот с таких вот шампуней. В конце, еще в конце ролика я покажу вам всем, вернее, всех, все тюбики близко, чтобы вы посмотрели. Вот такие вот шампуньки. Пользуюсь я ими, наверное, года два точно. Для моей, то есть, длинные волосы их хватило очень надолго. Вот, они мне очень безумно понравились, при том, что я купила их с большой скидкой, они были то ли только приехали, то ли новенькие, я вот сейчас не помню. То есть, ну, такие, как дешевые, Неф, да, новенькие они, видимо, были. И поначалу они были просто как шампуни, а потом, когда долго пользуешься, волосы от них были прям вообще просто шикарные, ровные, красивые, прям шампуни вот обалденные. Здесь по 400 миллилитров. Очень прям такие вот классные. Вот. Сейчас у меня, как вот я их домыла уже. Вот это вот. Вчера буквально мыла голову. Здесь получается вот этот шампунь. И плюс мне не хватило. Плюсом пришлось добавить вот эти вот шампуньки. Вот. От них у меня волосы становятся очень густые. Очень не то, что они густые, они становятся пушатся. Вот как сейчас они. Не просто пушатся вот от этого шампуня. Вот. Там немного у меня оставалось. Он, в принципе, тоже заканчивался. Его я решила перелить уже вот в эти два тюбика. Потому что эти тюбики очень удобные. Их в них удобно наливать. То есть вот тут открыл крышечку, отвинтил, налил другой шампунь. Они компактные, они маленькие. Не то, что вот эти вот, смотрите, какие они. Прям большой такой тюбик. Хотя там тоже, наверное, миллилитр... Не литр же здесь, наверное. Сколько? Тоже 400, кстати, вот здесь вот. И здесь 400. То есть, ну, видите, да? Вот эти вот перелила сюда. Но там уже немножко у меня оставалось. И вот эти тюбики я буду просто оставлять и туда доливать. Блин, это удобно. Это классно. Вот. Ну, вот эти, единственное, стоят хорошо. Так, кстати, к этим шампуням очень хорошо, кстати, подошел... Вот такой шампунь. То есть сначала я мыла голову вот этим, потом я мыла этими шампунями голову. Ну, по отдельности, когда сильно грязная голова, я мыла сначала этим, потом этим. И эффект становился тоже, кстати, очень-очень шикарный, прям очень классный, мне очень нравился. Вот здесь Dove, восстановление шампунь. Ну, я не стала докупать. Он закончился просто пустой, и все. Его мы тоже выкинем. Так, и еще параллельно я пользуюсь, поскольку мне тоже не хватало уже кондиционера. Кондиционера у меня вообще всегда по жизни уходит очень много. Его я не жалею, хотя кстати, у... Господи, кому же я ходила? По поводу волос, я помню, ходила 2 года назад, мне сказала она, не вспомню, как называется этот врач, напишите в комментариях, кто помнит, она сказала, что... Бальзам нужно наносить не на голову, а на волосы, только волосы. А тут не надо. Но я все равно по привычке также наношу и на голову, и на волосы. То есть у меня его уходит очень много. Я всегда покупаю один шампунь и 2 бальзама. Потому что уходит много, реально. Вот. И вот такие вот у меня есть. Они маленькие, на один раз мне хватает. То есть вместе с тем. Очень, кстати, клевые, очень понравились они мне. Волосы после них такие прям ровненькие, красивые. И, конечно же, вот этот бальзам находится вместе с краской. У меня мама красится и мне потом отдает такие. Ей не понравились они, а мне понравились. Вот, поэтому у меня их очень много. Обычно я их заканчиваю, сейчас он у меня уже закончился, но тут на донышке есть. Я заливаю туда водичкой, чуть-чуть сбалтываю, и, в принципе, вот эта вся жидкость сама вылазит. Вода вытекает. А жидкость оставшаяся сама вылазит. Очень, кстати, классно. Так, и следующий у нас гель для душа. Мне понравился очень Фа.
Они, в принципе, дешевые, всегда есть на них скидки, и они всегда офигенно пахнут. Вот, у меня уже закончился. Здесь у меня ночи и на Ипанемы. Не прочтешь? Он, кстати, пахнет обалденно, мне понравился. Прям такой, ну это какой-то, знаете, как праздничный такой, прям обалденный. Может, и вы что-нибудь унюхаете? Ну-ка, нюхаем, нюхаем, нюхаем. Пишем в комментариях, чего вы там унюхали. Ну, он обалденно пахнет, мне понравился. И второй здесь купила его свекровь. Я не смогла им пользоваться, для меня он какой-то запах бабский, какой-то он вонючий, просто вонючий. Здесь у нас лаванда и иланг-иланг. Сигарета роскоши. Какой-то... Не знаю, не нравится мне. Может, это лаванда вроде хорошо пахнет? Ну, должна хорошо пахнуть. Иланг-иланг, наверное, это, скорее всего. Им пользовался муж, ему, в принципе, понравилось. Такой вот. В принципе, может, что-нибудь и почувствуете. Вроде иногда бывает такое, что что-нибудь чувствуется. Так, также скраб у меня закончился. Это на самом деле скраб уже очень давнишний. Так, какого? Не знаю, какого года, 14-го что ли? Наверное, да, года 14-го у меня он завалялся просто в коробке, потому что у меня получается всякого такой вот фигни. Я, наверное, все время закапливаюсь. Да, закапливаюсь, наверное, как белочка. Покупаю много, мне постоянно дарят много всего, всякое вот такое вот, ну, кроме шампуней, конечно, в основном вот всякие геды для душа дарят очень много. И у меня была такая огромная, просто прям коробище, просто забитое всего. И он просто завалялся у меня когда-то. Я там его в 2014 году купила, да, сейчас уже 22-й. Вот. Ну и он, конечно, быстро довольно у меня закончился. Но я помню, что покупала в фикс-прайсе. Два. Вот один завалялся, другой я пользуюсь. Он такой обалденный, он такой, знаете, вот жесткий, вот реально, который вот прям вот ототрет. Не просто скраб, который нанесешь как крем, и от него толку нету. Вот, очень обидно, что он закончился. Я помню, что несколько лет назад я его пыталась искала, по штрих-коду пробивала, по названию вписывала. Его вообще нигде нету, в фикс-прайсе его тоже нету. Если вдруг вам в фикс-прайсе или где-то понравился какой-нибудь скраб или шампунь, покупайте сразу несколько, потому что он может исчезнуть. Вот он и исчез. И уже закончился, там осталось прям, наверное, капелька вот тут, капелюшечка. У меня даже не получилось вчера уже выдавить. Вот. Тоже отправиться на помоечку. Но у меня есть другой скраб. Очень-очень такой, очень классный. Так, и последний наш. Так, здесь у нас тюбик закончился уже давно. Здесь у меня гель для подмывания младенцев. Гель для подмывания, это я покупаю себе такой, он стоит довольно дешево. Когда-то он стоил 88 рублей, сейчас около 100 с чем-то, 120, может быть, рублей стоит. Вот, и тюбики оставляю, здесь у меня уже находится гель для душа для моего ребенка. То есть, ну, гораздо удобнее, вот нажал, она отсюда выдавилась, как бы, и все. Он продолжает стоять на месте, и быстренько ребенка начинаешь мыть, потому что пока ты выключаешь воду, пока ты там, вот этот, допустим, гель, да, его переворачиваешь, там трясешь, там пытаешься набрать. Это все очень сложно, долго ребенок замерзнет за это время. А это вот проще. Я всегда сюда доливаю. Это вот у нас Димина. Здесь у нас сейчас в данный момент налит вот такой вот шампунь. Ну, это детский шампунь, но мы моемся. Обычно у меня ребенок моется полностью. Сначала мы намыливаем голову, делаем такие рожки какие-нибудь интересные. Вот, и потом этой пенкой уже моем все тело. Вот, предыдущий у нас был тоже точно такой же, тоже что-то. Я купила три штуки, купила шампунь, по-моему, пену для ванны и что-то еще. Наверное, гель для душа, что ли. Попробовать на пробу, но, в принципе, нам понравилось. Аллергии у него нету, все хорошо, можно пользоваться. Вот, вот я сегодня долила сюда вот этот шампунчик. А и написано, без слезок.
Ну, надеюсь. Потому что бывает, попадает ему пена в глазки все равно. Вот, хватает тоже надолго. И вот такой. Ну, в принципе, все. Вот они, мои тюбики. Среди, допустим, туалета. Кстати, я еще забыла добавить тюбик из туалета. Там тоже закончился. Сейчас прям секундочку, подождите, я добегу, принесу. Даже еще два тюбика вспомнил. Еще, знаете, был тюбик Аоса, им я мою посуду. Мне нравится посуду мыть только Аосом, потому что он реально хорошо отмывает. Когда вот чай попьешь, потом оставишь, да, вот остается вот это вот на стакане там грязь, он хорошо отмывает. Вот. Но сейчас я уже перестала пользоваться всякими Аосами, как-то вот быстренько водичкой ополоснул, как бы так и все. Вот. Закончился также у нас сив крем. Кстати, он в фикс прайсе 100 рублей, по-моему, стоит. Не помню, сколько там этот, не помню, где я покупала уже. Вот. Им я мою раковину. Ванную моет муж Пемолюкс, по-моему, что ли, называется, порошок. Вот. Ну, то есть у нас вот такой вот, таких вот для сантехники очень мало. И для унитаза у нас я покупаю вот такой вот Чистин. Или еще бывает там каким-то квадратиком. Это я покупаю в фикс прайсе, стоит 55 рублей. Кстати, очень действенный. Он реально очень классный. Очень классный он. Он отмывает очень хорошо и хватает мне его надолго. Бывает прям очень надолго. Вот в этот раз, по-моему, у меня ребенок еще мой унитаз. И я помню, что я запах чувствую. Я помню, потому что он был новенький, стоял. Но обычно его стараюсь спрятать туда за унитаз. То есть идет унитаз, да, вот так идет унитаз. Потом вот где вот так бачок. Вот, то есть вот это вот место. Я туда его так, опа, задвигаю. Ну, видимо, я забыла задвинуть, потому что что-то я запах помню немножечко. Вот, он любит помочь маме. Он любит что-нибудь такое вот спроказничать. Сделать, где-то почистить, где-то там вот что-то, ну, что-то вот типа такого. Вот. Ну, их у меня, конечно, очень много. Я заказала через Сбермаркет доставку домой. Их, наверное, порядка 10 штук. Потому что не могу сейчас я выйти, зайти, вернее, спокойно в Экспресс. По таким интересным причинам. Вот. Поэтому у нас все должно быть дома. Должно быть все свое, все дома. Ну и вот, смотрите, получилась у нас такая большая прямо коллекция. Надеюсь, что вам очень понравилась моя такая коллекция, что если хотите, чтобы я показала что-то еще, какие у меня средства есть уже полные в баночках, напишите в комментариях, покажи. Ставьте лайки, там, или сердечки, лайки, как это сейчас говорится, да? Как это делается сейчас. Комментарии обязательно пишите, обязательно подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новое видео. Я надеюсь, то, что вы его досмотрели до конца, и вам понравилось это видео. Ну, надеюсь, что зашло. Также смотрите другие видео, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, мастер-классы разные, обзоры на продукты, на технику, ну, короче, там куча всего интересного. Вот. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Так, ну вот смотрим. Чистин у нас 3 в 1. Такой сив. Потом Даве. Шампунь вот этот. Ну, от него очень сильно, конечно, пушатся волосы. И он, кстати, этот шампунь очень, ну, довольно дешевый всегда. Он был новый дешевый и остался дешевым. Видимо, его не все покупают. Вот этот офигенный шампунь. Мне нравится. Детский. Здесь фа. И, конечно же, маленький.